С появлением собаки мы перестали вообще мыться в ванной, только под душем. И все потому, что наш дружочек приходит вечно грязный, как свин, и так 3-4 раза в день. И в какой-то момент просто нет сил убрать ванну после него. Потому что пока его выгуляешь, сам приходишь с языком на плече, и хочется поскорее присесть, а лучше прилечь. Если есть у кого какие идеи, как мыть лапы, подскажите начинающему собаководу. Собственно, из-за него у меня в ванной постеленный коврик резиновый. Я такие вещи вообще не люблю. Конечно, это просто писец, что там заводится, если не убрать, сразу просушиться. Я его замочила в кислородном отбеливателе, потом терла щеткой, и все равно пришлось достать пароочиститель. В общем, перемыла я всю ванну, скоро у меня появятся полочки, я закрою и спрячу все лишнее, что у меня торчит. Возможно, тогда будет порядок.